Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан, и продолжаю играть на проекте LazerCraft, сервер Hightech, YouTube канал Лазурный Гном, Андрея, Дениса, моих друзей. Итак, здесь у меня, значит, не получилось. Так. Да, я говорил, что я буду что-то красивое строить, но, ребят, пока, как вам сказать, в голову ничего тут не приходит мне пока что. Мне надо как-то тоже подумать все это. Может, за кадром что-то уже начну такое построю, а потом вам уже покажу, посмотрим. Поэтому, как бы, пока что так. Вот. Не хотелось бы строить какую-то банальную как коробочку, там, не знаю, что-то хочется. Что-то хочет красивое сделать, но пока ничего не придумывается в голове. Мне как бы вот несколько дней вот эти... Ну, вообще эта неделя была достаточно сложная, у меня там и на работе, и все такое. И пока что и вот и не могу ничего такое придумать, и вот, ну, я думаю, скоро, наверное... Будет получше у меня с этим, с вдохновением, скажем так. Вот, так. И мы делали печку индукционную. Да, и все. Теперь у нас... Да. Не забыть коробочки. В конце серии откроем. Я посчитаю, сколько у меня опять осталось серий. 5 серий еще. То есть это еще 5 серий, да. Да. Я снимаю в субботу. 12 серий, ребята. Это жесть. Так, вот, все, у нас есть 4 пластинки, наконец-то мы сейчас сделаем с вами быструю печку, ребята, индукционную, так, а почему я, ну да, вот так вот, сейчас мы вот здесь вот это сделаем. И потом положим туда. Потом положим туда. Все. Теперь мы ложим сюда. Оп. Оп. И вот она печка. Та-дам. Фух. Как долго я шел к этой печке. Теперь мы берем. Что ж такое-то? О, там ребят пришли. Ну-ка, кто к нам? Саб-ба-ба-ба-бандик. Ну-ка, давай посмотрим. Они тут пришли. Привет. Привет. О, что-то дали. Труба для передачи. Ну, я еще сексовый телевизор не очень назывался, но спасибо. Спасибо. Так, давайте напишем, что... Так. Я забыл, как писать «м». Да, что такое «м»? Сиб... Гб... ГМУ. А. Ребята, почему у вас это? Такие ники. Сиба ГМУ. Боб Скей. Скажи. Ой, господи. Скажи. Привет. Ютубу. Скажи привет Ютубу. Так. Ну вот, наверное, красную пыль положили, перышко. Кирку заберу. Спасибо. Так. А я что, я уже у вас дома был. Я уже был дома.
нас. Так вот. Так. Хорошо. О, высоковольтный провод. Кстати, как он делается? О, такой. А, вот этот высоковольтный провод. Угу. А, он из железного слитка делается. А, ну, спасибо. Давай, у нас сейчас место тут есть. Труба для передачи. Труба для передачи. Но я пока экструтилиться еще что-то не распахивал, но... Все равно спасибо, ребята, спасибо. Так, это кирка, это кто-то там тогда давно ложил, мы ее в утиль. Так, хорошо. Посмотрели мы ребят, которые, собственно, которым мы ходили домой в предыдущих сериях. Так, печка. Мы остановились на печке. Мы же так и не поставили печку. Хорошо. Ставим печку. Так. А знаете как? Чтобы из печки потом еще же в ящичек бы уходило. С печки бы. Уходило бы в ящик. А у нас места нет. Можно сделать транспортную трубу, конечно. Конечно же. Транспортную трубу можно сделать. И сюда сделать ящик. Правильно. Ну, ладно. Так. Подождите. Так. Так. Делаем индукционную. Она сразу две, видите. Секундочку. А чё оно не запитывается? Я что-то не понял. Подождите. Па-па-па-па-па-пам. То есть ей надо мощности, что ли? Подождите. А, ну вот, подождите. Так, у меня было вот это. Ей надо 32. Энергия 3, 32. 28. А чё оно не-то? Не запитывается. Чё оно? Или у этой печки только... Как вам сказать? Чего оно не затовоськивается? Я не понимаю. Подключено же все. Не, я понимаю, ребят, вы, наверное, уже знаете, почему не работает. Это я не знаю. Чё оно? Индукционная печка, ну... Или в ней только определенные какие-то эти самые должны быть. Так а какая разница? Энергия-то до нее дойти должна была.
Или она этими проводами, что ли, не хочет это самое? Да. Электропечка работала. Это не работает. Домины. Чего? Чего? Кабель другой надо, что? Че другой кабель? Не понимаю. А может от энергоячейки попробовать запитать? Так, у нас раз вот это не запитывается, мы попробуем, знаете что, у нас печка запитается от, ай, от этих, где они, запитается от тех кабелей или не запитается, вот от этих, оп, нет, не питается, понятно. Понятненько. Ясненько. Это ладно, пока сюда поставим, чтобы разобраться. Эх, 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 эх. Печка, печка, индукционная, что тебе надобно? Скажи, почему ты не... Тебя не идет сюда. Печаль. Печаль, печаль, печаль. Я так, ребят, не понял, почему индукционная печка не включилась. Почему? Отчего? Так. Подождите. И это тоже. А может быть и то, что нету энергии. Так было день тогда. Тогда же был день. Был же день чудесный. Та-та-та-та-та-та. Ну да, сейчас ночь, это я понимаю. Но тогда вроде был еще день, и она не работала, индукционная печка. А давайте мы, знаете как, давайте мы ее пока что сюда поставим. Так вот. И потом посмотрим. Ладно. А может действительно там что-то уже энергии не хватало. Вот. Да, надо что-то... Надо либо апгрейд делать этих самых, чтобы они ночью даже вырабатывали электричество, либо... На что-то переходить, на какой-то источник энергии другой. Надо, кстати, это все-таки за лавой сходить. Она все-таки немножко, но давала. О, электропила, вот же она. Я думал, я у Хаммера там оставил. Вот же электропила. Мы сейчас можем нарубить всего. Так, хорошо. Что тогда? Тогда печку мы сделали. Что еще бы я хотел именно в кадре сделать? За кадром я уже знаю, что буду делать. Я буду рубить деревья. Эти вот, в частности. А, что-то... А, стрет, наверное, напишет. Титан, наверное, пишет, да? А там что-то писал, нет? А, нет, наверное, написали. Титан. Спасибо, спасибо. Я, к сожалению, или забыл, или ты не говорил, как на самом деле зовут тебя. Потому что как-то Сиба ГМУ Бобский, я как-то это... Тебе этот идет скелет. Я тебя
Спасу, наверное. Он тебя стреляет? Скелет? А. Я спасу тебя. Давайте пойдемте. А знаете, как сделаем? Вот так вот сделаем. Вот так вот. У меня так поспокойнее будет. Бух, как я подлетел. Как я подлетел. Титан пишет. Свинюшка? Свинюшка тоже смотрит. Такая, шо, а что тут такое? Что так прокапывает? А, выгонить что ли? А у меня дерево это есть из пихты. Или из-за какой, кстати? А, пихты, да. Ну, конечно, из чего еще стоит? Там столько пихты. Так. О, ведьма. Давайте ведьму убьем все-таки. Какой-нибудь экшен устроим. И давайте, о, экшен. Что из ведьмы выпало? Не знаю, что выпало. Из ведьмы? О, сколько там экшена сейчас будет. Давайте, а то мы что-то все строим. Без всякого экшена. Но насадили деревья, надо мне их потом. Я, в общем, я уже сказал, за кадром порублю. Это знаете, как мне напоминает, есть это, ну, build battle. Строить какие-нибудь, там, дают задание, что-нибудь построить. Потом оценки ставят. Мини-игра. А, стой. Я строю, а я защищаю. О, человека на голове этот самый. Мне тоже, слушай, такую надо. Эту, как она называется-то? Шапочку тоже надо такую сделать. Но, в принципе, мне пока хватает заряда вот этого аккумулятора. В принципе, хватает. Так, я тебя буду засисять. Засисять буду. Кстати, надо здесь посветить бы, конечно. У сахара. Это из ведьмы, что ли, сахар выпал? Пока осветим здесь, чтоб не спавнились. Человек только дофига. Интересно, овечек убивает? Йо, такие взрывы вообще, прикольно. Хорошо, у меня броня. У меня, кстати, броня скоро сломается. Вот это весело будет. Да, может быть и сакуры, конечно, делать. Ну давай, взрывайся. Пам! Надо будет... А, у меня же есть это... Бензопила. О. Почему бензопила? Электропила. Почему я всё бензопила называю? Так. О. Вот. Кстати, а из них что-то... Ну, их, кстати, тоже можно использовать в этих... Ничего они не за этого. Эй. Листва. Ну из нее то же самое, естественно, делается. Ее только в декоративных целях куда-нибудь можно, скажем так, вот. Довольно-таки прикольно она выглядит. Вот. Но не более. О! Смотрите, как можно. Раз, два. А выйдет 4. Видите? О-о-о. Да я так с одной этой могу, знаете, сколько наделать? Смотрите, ребята. Это круто, вы поняли, да? Это бесконечно можно спавнить это. То есть все больше и больше будет становиться этого. Слушайте, Это же можно дофигища сделать самого и преспокойно, скажем, преспокойно. Ну а что мы из них сделать можем?
Короче, это у меня бесконечный источник с этого, не знаю, мусора. Я не знаю. Умножается в геометрической прогрессии. То есть просто вот. А чё оно у меня не за это? Не за того сковывается. А? А? Ну вот, на мусоре, блин. Ё-мо. Ладно. Хорошо. Давайте тогда. Я не знаю. Я так и не понял, почему оно самое. Вот я потом в электро. Что-то мне сюда тут заполнилось. Мне знаете, что надо? Мне надо сундук тут сделать. Ой. Фу. Да что я делаю? Фу. Во, фу. А, у меня же есть, все. Да я уже все. Я уже. Ребят, я уже. А зачем я сделал верстак? Не, ну правильно, я же как сундук-то сделал. Я уже, ребят, уже какую серию я снимаю, поэтому извините меня. Да у меня вот же есть уже это. А. Ладно. Какую же серию снимаю, поэтому могу немножко это самое. О! 4 сундука. Я не знал, что. А это четверть пихты. А я не знал. Я думаю, что такое там. Как. Корова. Здорово, корова. Надо сюда что-то положить. Что-то ненужное. Листва саккур давайте положим. Что еще? Давайте пихту сюда положим. Пусть она здесь. Ба-ба-ба-ба. Глаз, нитки. Вот. Остальное я не знаю. Да я просто сейчас хочу эти коробочки открывать, поэтому. Не, курицу положим еще. Итак, давайте. О, спасибо, спасибо. Сложные у вас ники, ребята. Спасибо, Сибгмбобский. Ой, не знаю. Как-то надо. Попроще мне. Табличку оставил. Табличку. Титан, спасибо. Спасибо за надпись. Прости, что так уродливо, но лучше я не могу. Донарму. Сибгмбобский и Дракула 8455. Спасибо, ребята. Да, дня бы, не знаю, нормально. Что тут же. Главное, как говорится, это нормально. Тут же мы же не на этом. Как он? Билд батли же. Шо вы? Все нормально. Надо тоже какую-нибудь табличку поставить, тоже что-нибудь написать. Я не знаю. Ведется стройка. Стройка. Элитного жилья. Я правильно писал? Стройка элитного жилья. 2015. Город. Ну я раз в Тюмени мы с Хаймером. Пошел в Тюмень. Тюмень. Стройка элитного жилья. А что, прикольно. Это ж моя-то еще табличка, да. Прикольно, спасибо. Спасибо, ребята. Только я боюсь, этот надпись могут сломать. Ну ничего, зато на видео это останется. Ребята это увидят все. И те, кто построили, и те, кто это не построили. Спасибо, спасибо. А вот, ну даже может на следующий день все снесут, не страшно. Это уже осталось в истории на Ютубе, вот, все. И давайте на фоне надписи Титан, спасибо еще раз. Откроем коробочки, закончим эту серию.
Итак, первая коробка пошла. О, красная пролита. Редкость, редкость в коробках. Вторая коробка пошла. Перышко, ну нормально, чё. Все-таки не земля. Третья коробка пошла. Зомби-еда. Четвертая коробка пошла. Лопата деревянная. Ну это уже тоже ясно, с какой оперы пошло, из деревянных инструментов. Пятая коробка пошла. Мотыга, естественно, это мы все знаем. Шестая коробка пошла. Гравий, конечно, куда же без гравия. Седьмая коробка пошла. Еще гравий, конечно. У нас нехватка гравия. Восьмая коробка пошла. Палочки, конечно. Да это дефицитный товар, палочки. Девятая коробка пошла. Мотыги, конечно, это любимые наши мотыги. Мы их просто коллекционируем. Мы коллекционируем мотыг деревянных. И на сегодня последняя, десятая. А интересно, если воздух кинуть, она скроется тоже, да? Давайте как-то попробуем так вот. Десятая коробка пошла. О, да. О, ну вот еда, хоть еда. И как раз сейчас закусим этим батоном. Свежеиспеченным из коробки. Вот. И вот тут на своей надписи прыгаю я. Да, надо что-то, ребята, красивое начать уже строить, но пока у меня как-то мозги, ребята, не работают. Ну надо что-то строить уже. Что-то строить надо. Единственное, я знаю, что пол деревянный будет. А, да, знаете, почему, может быть, я хорошо, что еще, может, и не начал строить? Может, и за кадром начну, но дело в том, что я хочу текстурпак поменять под модерн. Есть такой, ну, текстурпаки модерн, где, собственно, под современные дома. То есть там деревянный пол, он не просто вот так вот, ну, из такого дерева, а он действительно красивый, такие досочки там, вот. Это очень хорошо смотрится. Вот. Если, значит, у меня получится текстурпак сюда поставить, плюс еще бы хотел я шейдеры, чтобы включить. Сами знаете, там с этим красиво. Ну и главное, чтобы это потом не тормозило еще у меня. Если все это получится, ну хотя бы даже текстурпак один, то уже было бы неплохо. Но это достаточно сложно сделать, потому что, ну, как вам сказать, лаунчер не приспособлен для этого. Вот. Поэтому есть с этим очень большие сложности, но как бы постараюсь это вопрос как-то решить. Если получится, то хорошо. Вот. Будет с текстурпаком. Или с шейдерами. Или с тем и другим. Посмотрим. Но было бы неплохо. Это бы было красивее. Хорошо. Давайте на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Да, коробки я не забыл открыть. Пока.